Так. Подсеки для очков. Сверток, видите. Пакет можно, штанах было? Штанами заберем. Понятые, смотрите. Что это такое? Что это такое? В смысле ничего? В вашей сумке находится свертки. Все, один. Вот к этому просто их труби. Вот, одни из давай уже. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 сверток. Это чьи сумки? Это ваши сумки, да? Это где вы взяли? Кого? Данный сверт. Нашли, что мы говорим. Тоже нашли, да? Да, да. Это вот они есть. Стой, смотри. Пенты, смотрите. Это она и есть. Что такое? Для кальяна. Раз, еще работа и пенты. На стационарном посту полиции инспекторы полка ДПС ГИБДД управления МВД России по городу Казани для проверки документов остановили автомобиль «Хундай» под управлением 43-летнего жителя поселка Оленина Тверской области. Пассажиром следовал житель соседней деревни 1982 года рождения. В ходе общения с полицейскими мужчины стали сильно нервничать и вести себя подозрительно, в связи с чем было принято решение произвести их личный досмотр, а также досмотр принадлежащих им вещей и транспортного средства. В результате в салоне автомобиля, спортивных сумках, принадлежащих фигурантам, были обнаружены 76 свертков с веществами, обмотанными изолентой красного цвета. Кроме этого, подобный сверток был обнаружен в правом носке пассажира. Согласно результатам исследования, изъятая общей массой около 5 кг является наркотическим веществом синтетического происхождения. В связи с отказом водителя от прохождения медицинского освидетельствования для установления признаков опьянения, в отношении него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.